власти Ирана в режиме реального времени получали данные с турецкого беспилотника Акынджи, который был задействован в поисках вертолета с президентом республики Ибрагимом Раиси, потерпевшего крушение. Об этом сообщил глава турецкой компании «Байкар», производящей БПЛА, Сельчук Байрактар в эфире телеканала CNN Turk. По просьбе Ирана Турция направила для поисково-спасательной операции БПЛА «Акынджи» и вертолет «Кугар», оснащенный аппаратурой ночного видения. После обнаружения беспилотником источника тепла координаты района были переданы иранским властям, которые направили в район происшествия десятки поисковых групп. Управление беспилотником в районе поисков осуществлялось через спутник Тюрксат. Власти Ирана получали данные с него в режиме реального времени, сказал Байрактар. Он добавил, что в готовности к действиям в экстренной ситуации находился персонал Центра технической поддержки Акынджи в Азербайджане. По его словам, поисковая операция проводилась в крайне неблагоприятных погодных условиях. Скорость ветра временами достигала 160 км в час. Тем не менее, беспилотник смог опуститься на высоту около 100 метров, чтобы сделать снимки и передать их командованию ВС Турции и иранским властям. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая с обращением к нации после заседания Кабинета министров, ранее сообщил, что Акынджи на протяжении 7,5 часов участвовал в поисковых мероприятиях, пролетев в общей сложности 2,1 тысячи километров. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.